Всем привет! На канале Вот и мой. Сегодня видео экспромт. У нас декабрь месяц, середина, скоро Новый год. Но очень темно. Вот я включил весь свет. 4 часа. Все ждали солнца. Вчера, позавчера. Так оно и не вышло. Вы знаете, что я веду канал Фавилоныча про фотографию, но здесь я сейчас решил записать видео на другую тему. Лучший подарок на Новом году в Питере в декабре месяце 2019 года. Женщины нас окружают, я имею в виду женщин. Дарить можно разные вещи, можно духи, кто-то машины дарит, кто-то еще что-то. Но есть предметы обихода, которые человек пользуется постоянно, особенно в Питере. И поскольку весь декабрь у нас идет дождь, возник вопрос о зонтах, женских зонтах. Я знаю, что женщины таскают в сумках эти зонты, в магазинах это все продается, можно посмотреть. Но у меня у самого тоже зонт, вот этот вот, ему лет 20. Я поставил сюда весы, потому что для меня было очень необычно увидеть, что технологически это все очень сильно изменилось. И, например, мой зонтик, который вроде как бы больше 15 лет служил, сейчас он нуждается уже в замене. Ну, если видно, почти 500 грамм. То есть 500 грамм, 200 грамм телефон, еще там что-то, косметичка, и в результате там 2 килограмма, сумка. Большой вес. А рассказать я хочу о том, что несколько лет назад, я не помню, даже 5 или 6, я купил супруге своей зонтик вот этой компании Knirps. Knirps, да, ну, сейчас подсчитал историю, это, конечно, уникальная вещь. В 1928 году владелец придумал складной зонт. Поскольку он ходил с тростью, ему было неудобно это очень, и он придумал складной зонт. Он с тех пор австрийская компания Knirps, и вот этот красный кружок Knirps, я немецкий плохо знаю, но этот малыш, то есть он маленький. Насколько он маленький, вы сейчас сами увидите, потому что тот зонт, который сейчас ожидает своего владельца, это в подарок. Совершенно уникальная штуковина, это в дорожном кейсе, очень красивый зонт по себе. Структура. Ну, в кейсе можно посмотреть на его вес. . 287 грамм, но это в кейсе, это дорожный кейс для перевозки. И я считаю, что эти зонты очень пригодятся не только здесь, в Питере, но и людям, которые любят путешествовать, поскольку брать с собой зонт многие решают, надо или нет, но здесь такого вопроса нет, поскольку зонт действительно очень легкий. И меньше 300 грамм в кейсе. Выглядит это вот следующим образом. Чехольчик. Ну, и в данном случае это механический зонт, который размером всего 18 сантиметров. Представляете, да? То есть, вот, для сравнения вам покажу. Это в два раза меньше. Поразительно, что в том месте, где я его купил, мне попросили, мне показали зонт, который появится вот в ближайшем 2020 году. Образцы зонтов, которые еще меньше по размеру. 234 грамма. За счет чего достигается такой вес? Конечно, в первую очередь это каркас. То есть каркасы, которые делает Knirps. Мы сейчас увидим, во-первых, что эта штука. Ну, в данном случае это механический зонт. Полностью механический, хотя у них существует автоматический. Зонт сам по себе очень красивый. Я не знаю, насколько видео передает этот цвет. Ну, я приложу фотографии, это не черный цвет, это серо-сиреневый, с очень интересным принтом. По поводу каркаса, да, говорил. Они добавляют стекловолокно,
А в новой коллекции там будет еще более облегченный металл, материал, который позволит им сделать зонты 180 грамм весом. Представляете, вместе с тканью. То есть, ну, по ощущениям я могу сказать, что вот такие ощущения. Вот он реально, как этот, в мультиках показывают, вот он будет сам опускаться, как парашют. Настолько легкая конструкция, фантастически сделан, конечно. Ну и я думаю, что не останется ни у кого сомнений, какой лучше подарок сделать. Австрия. 100% синтетика. Да, новые материалы, конечно, изменили отношение ко всему. Поэтому, если у вас еще сомнения, что подарить на Новый год, я думаю, что теперь сомнений нет, потому что женщины будут защищены от дождя, от непогоды, но при этом будет очень все это невесомо. Хотя подарок, наверное, оценят и нас примут как весомый подарок на Новый год. Все информации по поводу Knips я ссылки прикреплю. Магазин, где я покупал, тоже ссылочки. Это замечательное место в Санкт-Петербурге, около Невы. Компания называется Grand Bagage. Оптимальные цены и, соответственно, качество. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, видео пригодится.